Давайте на всякий случай скалибруем мы. Нажимаем на кнопочку ему Calibration Helper. Нам нужно в рабочем положении, в строго горизонтальном, прижать ее к чему-то совсем неподвижному, вот, например, к этому столу, и удерживать очень и очень неподвижно. Вот мы можем вот так вот, смотрите, как я рукой это сделал, да? Мы переключимся на камеру, вот, и мы видим, что, ну, практически вроде бы есть калибровка. Ну, давайте скалибруем еще. Нажмем Reset. Вот. И теперь нажмем, удерживая ее вот в таком вот вертикальном положении, нажмем калибровать. Но столбик, он должен быть как можно меньше выплесков. К сожалению, не полностью неподвижная. Видите, насколько датчик у нас нежный. Затаиваем дыхание и нажимаем. Есть. Мы скалибровали акселерометр. Видите, да? А теперь скалибруем гироскоп. Есть. Друзья, можно калибровать по шести точкам, а можно и нет. То есть по шести точкам чуть-чуть будет получше, но почти незаметно. Давайте сделаем калибровку по шести точкам. Важно было начинать вот с этой вот, плюс Z. Итак, поворачиваем камеру вот так. Нажимаем кнопочку Calibrate. Есть. Теперь можем повернуть ее в другую сторону. Нажимаем кнопочку Calibrate. Не дышим. Есть. Поворачиваем ее вверх ногами. Вот так, например, можно на объективчик опереть. Не дышим. Есть. Следующая ось. Вот так, вертикально. Поскольку у нас теперь не калибруется рама, то раму мы вольны расположить как угодно. Вот. Держим ее, придерживаем. И калибровку. Особая неподвижность должна была быть в первом случае. В остальных тоже надо, конечно, быть неподвижным, но уже не настолько это важно. Теперь нам нужно повернуть камеру вниз. Вот, например, можно вот так вот опереть наш стедикам. И сейчас мы скалибруем последнюю шестую ось. Прекрасно, мы с вами это сделали. Мы молодцы. Видите, теперь написано, что акселерометр not calibrated, несмотря на то, что мы его вроде бы калибровали. Давайте еще разочек повторим калибровку. То есть мы устанавливаем вот так ровно. Вот. И давайте теперь скалибруем ему calibration helper. Все, он должен теперь уточнить был. Давайте скалибруем раму. Раму не обязательно делать по шести точкам, совершенно не обязательно, ничего это не даст. Close. Видите, надпись пропала. Итак, друзья, наш аппарат скалиброван. Помните, что я вам говорил? Нужно поменьше раз выдергивать. Пока мы посмотрим, может быть, нам что-то еще придется поправить, и мы выдернем отсюда. И включаем наш аппарат, посмотрим теперь, как он работает, что с ним произошло. Вот. Теперь нам с вами нужно включить джойстик. Включаем его. Джойстик помигает несколько секунд, и сейчас он свяжется с нашим контроллером. Вот он связался с ним. Итак, нажимаем режим следования. Давайте попробуем. Что у нас получилось? Пробуем. Он у нас работает.